Человек просит Аллаха укрепить его. Если он знает истину и совершает дела в соответствии с истиной и убежден в ней, пусть не думает, что он защищен от отклонения от истины, что его не коснутся смуты, когда придут эти смуты, и он бережется от них, и что он не собьется с прямого пути. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «О переворачивающий сердца, укрепи мое сердце на твоей религии». Возлюбленный Аллаха Ибрахим, алейхиссалям, говорил в своих молитвах: «Убереги меня и мое потомство от того, чтобы мы поклонялись идолам. Господь мой, поистине они сбились с пути многих из людей». Ибрахим, алейхиссалям, боялся за самого себя. Таким же образом, человек, когда его вера в Аллаха усиливается, он начинает бояться за себя. Пусть не думает, что он в безопасности от смут. Пусть не хвалит самого себя. Пусть всегда просит Аллаха о том, чтобы он укрепил его, дал ему благой конец. Пусть боится окончания своих дел, отклонения от пути и заблуждения и призывающих ко злу.